Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». А моя співрозмовниця – талановита акторка театру і кіно Марина Вороніна. Зустрічайте! Вітаю, пані Марина! Рада зустрічі! Дякую, що відклала всі справи і прийшла на наш імпровізований знімальний майданчик, щоб поспілкуватися. Дуже приємно. Здравствуйте, Ірина! Марина, я пропоную відразу почати з головної теми. Чому, власне, мені захотілося з тобою поспілкуватися. Зовсім нещодавно були оприлюднені результати цьогорічного обласного огляду конкурсу аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини». І ми вже точно знаємо, що в номінації «Краща виконавиця жіночої ролі» перемогла Марина Вороніна. Я тебе ще раз цим вітаю. Спасибо. Дуже приємно. І давай зразу поділишся з нами своїми враженнями, емоціями. Як ти сприйняла цю новину? І цікаво, хто першим був, хто повідомив тобі про це? Сообщила мені, звісно ж, режисер Світлана Васильівна Мозговая. Сказала це по телефону, тільки тихо-тихо, говорить, тихо-тихо, подожди, немножечко позже нас об'являть. Дуже приємно, так я сразу даже не осознала всего масштаба. Говорю, ой, здорово, спасибо. Я была своими делами занята, я была в Киеве, я была на съемках. А потом, когда приехала, уже стало это официально известно, это уже объявили, уже это было в доступе в Фейсбуке, и начались поздравления. Очень волнительно, очень приятно и в то же время очень ответственно. Это такой груз на самом деле. Чи багато було вітань? Це були смски, телефонні дзвінки, яким чином тебе? Это смс. Мы же живем в интернет таком пространстве. Это Facebook, Instagram, все знакомые и незнакомые. Это очень приятно. И все говорили, мы обязательно придем на спектакль посмотреть на тебя. И это была ключевая фраза, которая мне добавила просто мандраж перед выходом на сцену. Я знаю, що це начебто не перша твоя така нагорода. І вже були такі титули у тебе, найкраща виконавиця жіночої ролі, так? Да. Да. Розкажи, будь ласка, коли це було, за яку роль конкретно? Первый раз я получила такое, это была коллективная награда, не смогли определиться, кому из девочек дать, потому что это была действительно очень такая сложная работа, это был спектакль «Не покидай меня» по Дудареву, ставил его Юрий Игоревич Збановский, военная тематика, очень трогательная, и нас номинировали четверых. Я, Сергеенко Диана, Приходько Оксана и Оксана Радомская. Это было первый раз. Второй раз, это было уже в прошлом году, за спектакль «Фуршет». Светлана Васильевна Мозговая ставила спектакль, такая комедия, ироничная комедия, и я получила, опять же, награду как лучшая актриса. И вот в этом году. Надо сказать, что и тоже я получила в «Апельсине» под руководством Светланы Васильевны. Это очень приятно, безумно. И после нашего разговора я так анализировала, какое количество у меня вообще было выходов на сцену, сколько было спектаклей. И я даже не задумывалась, что у меня всего-то 4 спектакля. И за 3 из них я номинирована. Это, ну, для меня это, даже для меня это открытие, честно говоря. Это очень приятно. Дуже цікаво ще дізнатися, 4 спектаклі, але ж відповідальні ролі. Да. І скільки взагалі ти витрачаєш часу для того, щоб підготуватися до виходу на сцену? Юрій Ігорович всім актерам настоятельно советовал завести тетрадь, виписати свою роль і учити. Репетировать дома, репетировать даже со стулом. Но этого я не делала никогда. В основном, ну, у меня семья, у меня работа. Нет времени на репетиции вне спектакля, вне репетиций ДК. И это происходит вместе со всеми актерами, вместе с режиссером непосредственно на репетициях. Будемо говорити про те, що нещодавно на сцені Палацу культури «Світлопільський» вдруге
відбулася вистава комедії «Шалом кохання» або «Викрутаси долі». І в залі було дуже багато людей, незважаючи на те, що це вдруге вже ця була вистава, я теж була серед глядачів. І хочу сказати, що, як ти вже на початку сказала, що теж прийшла на виставу подивитися на Марину Вороніну, на ту актрису, яка здобула такий титул «Найкраща виконавиця жіночої ролі». Мені цікаво, як ти кажеш, велика відповідальність після того, коли ти отримала це звання. Як ці відчуття тебе мотивували на сцені? Чи мотивували, чи надихали, чи, можливо, додавали більше відповідальності? Ти виходила на сцену в той момент з іншим відчуттям, чи як завжди? Ні, краще би я не знала. Мені було б легше, якщо б я узнала після спектакля. Тому що в роль вживаєшся, ти любиш вже цього. Ну, актер завжди любить свою роль, без цього не вийде її показати. Я всегда ответственно выхожу на сцену. Я переживаю вместе и с героем, я переживаю со зрителем. Я живу на сцене. А здесь во мне еще добавился просто такой «не подведи». Мне, думаю, боже, а если я забуду слова? И скажут, вот это ей дали главную роль. Других не было. Но мне было вот это страшно. По закінченню вистави було дуже багато оплесків, тривалих оплесків, були квіти. Так було і під час першої вистави, чи все ж таки під час другої вже більше було емоцій від глядачів, якщо так порівнювати твої враження? І перший, і другий раз зал був повний зал, несмотря на карантин. Ну, соблюдали, звісно, норми. Да. Но люди соскучились. У нас год не було ніяких представлень. И были даже те, кто приходил второй раз. И это так приятно. По букетам я не могу сказать. Мы и первый раз получили цветы, и второй раз получили цветы. Но для себя мы сделали выводы, что если бы у нас съемка на конкурс была на премьере, то есть первый раз для зрителей, у нас было бы первое место. Это однозначно. Потому что не было ни к чему просто не было придраться, и мы настолько, мы даже не почувствовали времени. У нас хронометраж, уже поклон, уже аплодисменты, люди встали очень быстро. Ти якраз говориш за те, що ваш колектив отримав диплом другого ступеня в номінації «Народні аматорські театри», правильно? Так. Да. Театр «Апельсин» существует, если я не ошибаюсь, 8 лет. И за все эти годы ниже второго места, второго диплома, не было. Я второй год в этом театре. И в прошлом году, в этом году, это диплом второго ступени, простите, второй ступени. Да. Повернемось до комедії «Шалом кохання» або «Викрутаси долі». Основний сюжет комедії розгортається в єврейській родині. І, відповідно, головні герої говорять із характерним акцентом. І ти, як Роза Майсеївна, дуже гармонійно, дуже так гарно вписалася в цей образ. І мені, коли я слухала твою гру на сцені, от одне питання мене бентежило. Ну де ти навчилася отак от передавати яскраво, так колоритно оці мовні родзинки, я би так сказала. Ой, благодарю. Ну, звісно, це не моє, поэтому мені нужно було подучиться. Лучше, чем еврейские анекдоты, фильмы на тематику еврейской семьи, лучше пособия нет. Я пересмотрела несколько фильмов, наверное, такой основой была, не помню, как фильм называется, «Мишка Япончик», у него была мама, такая колоритная женщина, которая так интересно разговаривала, у нее такие были переливы, это так спивоче звучало, и в какой-то момент мне попалось интервью. Эта женщина абсолютно не имеет никаких корней еврейских, ей пришлось изучать культуру, разговаривать с одесситами, и вот это были ее подсказки. Я их переняла к себе.
Ну, наші глядачі, я думаю, зразу пригадали цей образ цієї колоритної жіночки, тому що ну, улюблений фільм, що да. говорити. Согласна. І скільки тобі часу довелося витратити, щоб все ж таки відшліфувати оці родзинки мовні? Наверное, до съемки, до нашей съемки мы каждый раз мы у нас есть группа в Вайбере, мы постоянно друг другу присылали какие-то видео, которые ну, не связаны со спектаклем непосредственно, но они нам добавляли всем, не только мне, вот этого колорита еврейского. Ну, это было сложно, с одной стороны, с другой стороны, это весело. И потом заметили, что мы в жизни стали в каких-то ситуациях добавлять вот это «Э? Что? Да, что вы говорите?» Ти можеш зараз пригадати якусь колоритну фразу Рози Майсіївни, щоб нагадати нам оцей колорит спілкування на сцені? Мені кажется, всі фрази її, которыми вона апелювала в своїй сім'ї, управляя своїм сином і мужем, мені кажется, вони всі такі. Остановитися на одній, наверное, не можу. Ну, даже те элементарные, когда не делайте мне беременную голову. Это мелочи, но это было между текстом. До речі, буквально за місяць, десь до вистави, ти змінила зачіску. Ось така, як ти зараз, гарна. Але, скажімо, цей стиль, він не зовсім вписується в образ Рози Майсіївни. І я так підозрюю, що ти думала над тим, як же ж тобі все ж таки да, поєднати цей стиль із сценічним образом. Як вийшли із ситуації? Все-таки із ситуації вийшли. Да, я рассчитывала на то, что я расплету перед спектаклем косы. Потом мне так стало жалко, я с ними так сроднилась, это мое занятие. Думаю, надо как-то это сохранить. Ни одна шляпа на меня, ни один парик просто не налазили. И выходом стал буквально последний день перед спектаклем большой платок, завязанный, закрученный, и сверху огромная шляпа, пляжная шляпа. И это стало изюминкой, потому что зал принял это на ура. Мало того, у нас в коллективе никто не видел этого образа. Мені здається, сам Борис Абрамович навіть здивувався під час спектакля. Удивились всі, тому що на репетиціях у нас не було времени переодіватися. Так вийшло, що цей образ возник буквально за сутки. Ти сама до спектакля. Тобі Світлана Мозгова підказувала. Напевно, ви разом думали. Это было вместе, но она сказала, думай, как ты себя видишь. Я тебя как-то вижу, но я еще не могу понять и объяснить. Все-таки эта женщина около 50 лет. Это мать, это еврейская, да, это еврейская мать, которая возглавляет семейство. И я не могу явиться на сцене с косами. И когда я вышла, а одевалась я быстро за кулисами, удивление всех актеров было искренним. Они еле сдерживали смех. Мне хотелось показать, что это траур. Для моей героини траур. Свадьба на украинке еврейского мальчика – это траур. Я вышла в том образе, в котором вы меня уже видели. Это вся в черном, брюки, блузка. Пафосные перья мех, огромные персни и шляпа. Під час нашої розмови на початку інтерв'ю, коли ми спілкувалися, ти мені так між іншим сказала, що з пані Світланою тобі працювати дуже легко, комфортно. Можеш розкрити от такі родзинки її таланта як керівника, як актриси? Я хочу сказати, що вона також актриса Юрія Ігоревича з Бановського. Она также была открыта им, потому что она познакомилась с ним, будучи библиотекарем. Точно так же, как и мне, он ей сказал, ты можешь, я вижу, я уже знаю. И, ну, она, конечно, очень много лет на сцене, больше 20 лет. Режиссером
Она работает, вот, по-моему, около 8 лет, если я не ошибаюсь. И школа Сбановского дает о себе знать. Плюс ее мягкость, ее искренность, ее женственность. Наверное, этого, ну, лично мне иногда тоже не хватает, потому что когда женская роль, и ты пока не понимаешь, как ты должна ее подать, наверное, нужен пример. И вот когда Светлана Васильевна это показывает, ну вот так мельком, красно, ну, говорит, ты поняла. Да, уже начинает быть понятным, что нужно делать, как себя вести. И опять же, огромная любовь. Это безусловная любовь к театру и зрителю. Ты згадала наставника Юрія Ігоревича Дзбановського. І це, відповідно, говорить про те, що ти починала свою кар'єру театральну саме під його керівництвом. Розкажи, будь ласка, коли починалася твоя кар'єра? І що спонукало взагалі тебе вийти на сцену, стати актрисою? Я прийшла в театр в 2015 году. Ролі вже були роздані, ролі для мене не було. І я була суфлером. Играла я каждую репетицию за всех, кого только не было на репетиции. Даже если это 2-3 человека, я читала полностью от начала до конца их текст. И надо сказать за это спасибо, потому что я вычиталась, я перестала бояться так сильно сцены. Ну, вот это был толчок. Пошла туда, потому что, ну, я в детстве ходила на все возможные кружки, я танцевала, я пела. Сцена — это мое. Я всегда горела сценой. Как-то так жизнь, ну, наверное, у всех. Вначале надо получить профессию, а потом уже заниматься каким-то хобби. Это же хобби. У меня до сих пор это хобби. И, наверное, в таком сознании, что моя мечта проходит мимо, я решила схватить вот эту вот удачу и пойти. Я написала Миржановой Юле, потому что видела, что она в театре. И она говорит, да приходи. Роли сейчас уже нет, но приходи. Я пришла, мне сказали, ну, хорошо, прочти или хотя бы наизусть, или прочитай стих на следующую репетицию. Вот так я пришла. Вот так я осталась. А пригадай той момент, от життєвий, от життєвий етап, коли ти для себе ухвалила рішення, що от у мене є мрія, я цього хочу, і все ж треба вже діяти, досить просто мріяти. Наверное, это такой снежный ком, который накатывал. Вот у меня дети росли, я ходила с ними на все репетиции. У меня оба сына, они занимались в музыкальной школе, занимались бисероплетением, борьбой, рисованием. Я везде с ними была. И я смотрела на этих творческих людей, которые идут по зову сердца. И они такие классные. И так хочется все-таки состояться в своей мечте. Жизнь одна. Если ты не будешь действовать, то, ну, никто за тебя это не сделает, не станет. Але ж цікаво, хто ти за освітою? Я інженер-економіст-кібернетик. Що, серйозно? Така серйозна спеціальність? Да. Абсолютно мені не свойственно. Ну, потому что у меня мама педагог. Она сказала, вначале получи профессию человеческую, с которой можно работать, а потом иди на сцену, если захочешь. Прошло много лет, и на сцену хотелось всегда. Люди, которые были однажды на сцене и ее полюбили, мне кажется, невозможно разлюбить. Запах сцени, от її невозможно розуміти. А які таланти ти в дитинстві там в підлітковому віці розвивала? Це танці, це співи. Танці. Да? Я займалась академічним вокалом. У нас була замечательний педагог Аліса Віталіївна. Я пела в рок-групі. Народні танці, бально-спортивні танці. Я рисувала. Я договорилась с соседкой, и мы купили у нее пианино. Хотя мне было уже 12 лет, и в музыкальную школу я уже по возрасту не подходила. Вот мы купили пианино, я нашла себе репетитора, и я занималась
таким образом сама себе создавала вот такой реалізацію своєї мечти. Повернемось до цьогорічного конкурсу, завдяки якому чи в результаті якого ти отримала такий статус найкращої виконавиця жіночої ролі. І цей конкурс в цьому році відбувався дистанційно. Так. Розкажи, будь ласка, як практично відбувалося оцінювання колективів і виконавців? Во-первых, это было очень сложно, потому что одно дело, когда ты, готовя спектакль, выходишь, и полон зал людей. Это такая энергетика, ты делишься ей, ты получаешь взамен, ты получаешь реакцию на какие-то реплики, ты понимаешь, что человеку, ну, массе людей нравится, где люди задумываются, потому что даже в комедии очень много трагических таких моментов. А этот зал был пустой. Это были только оператор, звукорежиссер. Вы были в Александрии, в Кругленском? Да. Мы были в Александрии, благо на своей родной сцене. И это было нам неожиданно, хотя мы знали, что это будет в записи. Мы не были готовы. Мы чуть больше месяца готовили этот спектакль. Мы понимали, насколько мы сырые. Это так страшно, потому что понимаешь, что со всей области все коллективы готовятся. И мы поздно начали репетиции. Так получилось, что мы с конца января начали заниматься. И все работают, у всех есть свой какой-то основной вид деятельности. И вот вырываешь от работы, от семьи, забираешь просто вот эти 2 часа, чтобы позаниматься в лучшем случае 2-3 раза в неделю, мы чувствовали себя не в своей тарелке, все. И мы надеялись, что, может быть, нам позволят, если мы что-то сделаем не так, сделать дубль, но нам этого не дали. Мы отработали спектакль от начала до последней минуты в реальном времени. Скільки часу пройшло від того моменту, коли у вас був виступ перед журі, до вже кінцевих результатів? Около місяця. Нужно було просмотреть всі колективи. Некоторые колективи подавали записи там, на какое-то время позже, неделя-две. Плюс должен был быть какой-то обсуждение в Zoom'е, и я так поняла, что по техническим причинам этого не было. Режиссеры не участвовали в обсуждении, никто не знал, что будет. Уже по факту сообщили места, кто где номинирован. Мне впервые показали приказ, поэтому мне было страшно. Чи є за призові, умовно кажучи, місця хоч якісь гонорари? Якісь преміальні, відкрити таємницю, як це взагалі все відбувається в нашій сучасній культурі? Осінню на хуторі Надії ми узнаємо, що нам буде суждено отримати за призові місця. Це, як правило, осінню збираються всі театри, збираються колективи, училища культури, організовуються красиві концерти. На хуторі Надії там вже музеї, дуже красиво. И уже результаты будут объявлены там. Давай еще раз пригадаємо, яка была твоя сценична перша роль и оті перші твої кроки на сцені. Пригадай свої емоції. Первая роль была Зинаиды Батян. Это был спектакль «Не покидай меня». Мы его приурочили к 9 мая. Очень, очень трогательный спектакль, очень жизненный. Люди, когда выходили, плакали. Большинство людей, особенно возрастные, те, которые были на войне, были детьми или уже были, ну, к сожалению, мало кто дожил до наших дней, да, но были молоды и помнят, все плакали. Для нас, для всех это было испытание, потому что мы прожили эту роль. Каждая из нас, каждый, кто участвовал в этом спектакле, все прожили эти роли. Это очень волнительно, это так ответственно. И, ну, конечно, Юрий Игоревич был знаток войны, он пережил эти времена, и он показывал это как никто.
Все-таки это его глазами мы показывали спектакль. Ти на початку сказала, що суфльором працювала. Да. Да? І мені цікаво, що взагалі відбувається за кулісами, за лаштунками театральними, коли відбувається вистава на сцені. Скільки людей там за лаштунками знаходиться? Ну, у нас завжди сидів режисер. Ну, скажем так, Юрій Ігорович був завжди за кулісами. Світлана Васильівна старається уйти в зал і бути серед зрителя. Тут різний підхід. Звісно, работники сцены и актеры. Если у нас есть возможность, тогда у нас есть еще и помощник, который поможет переодеть, подать какой-то реквизит и суфлер. Как часто суфлер помогает актерам? Ну, это в нет, это только экстренное. Суфлер — это наше спокойствие, потому что роли, конечно, все учат наизусть. Каждый прислушивается к партнеру, потому что очень важно быть, мы команда. Не может быть, если это не монолог, актер не может быть один на сцене. Он всегда прислушивается к своему партнеру. И бывают такие моменты, когда что-то упустилось, и суфлер всегда знает, как правило, это в одних и тех же местах у каждого актера. Суфлер всегда отмечает себе, где какая может быть затяжная пауза, слишком длинная, где нужно подсказать. Будем говорить відверто, Марина, что у тебя талант от Бога. И враховуючи даже то, что у тебя немає специальной освіти, да, але ты уже заявила про себя так гучно, и свои таланты ты вдосконалюешь. Ти береш участь в різних кастингах, де тільки можна, для того, щоб проявити себе на інших знімальних майданчиках. І я знаю, що ти успішно в деяких кастингах все ж таки здобуваєш визнання, тебе запрошують зніматися навіть в деяких фільмах. Розкажи, відкрий цю маленьку таємницю. Я розумію, що, напевно, не було таких гучних ролей у тебе, але ж уже є досвід. Де тобі вдалося, в яких проєктах взяти участь? Телевизионных проектах? Телевизионные. В основном я актриса сериалов. Сериалы и ситкомы. У меня нет главных ролей, но это связано в большей степени с тем, что у меня нет образования. И одной из мечтой это, наверное, получить в дальнейшем образование именно в этой области. Слава Богу, не было у меня и массовки. То есть я еду, у меня всегда, в принципе, хорошая роль, пусть она небольшая, но она хорошая. Я работала с 95-м кварталом, это «Готель Галиция» ситком, очень забавный, у меня дети безумно с таким трепетом смотрели все серии, все сезоны, я была только во втором сезоне. Я была в нескольких сезонах реально мистика, Филин, даже не все. А в поточном році были уже какие-то тебе съемки? Да, вот прошлый год у нас, ну, такой сложный год был у всех, съемок не было. В этом году уже начинает оживать кинематограф, и меня уже пригласили, уже часть съемки была шоу «Смешарик шоу», это такой стиль «Уральские пельмени», 95-й квартал, вот такое, юмористические. Чи можна тебе побачити, якщо там, скажімо, зануритись в інтернет-простір? Да. Можна задати прізвище Марина Вороніна і да, яким чином можна тебе побачити? Ну, це цікаво. Ти сказала, що починала свою акторську кар'єру під керівництвом Юрія Дзбановського. І в минулому році вашого наставника не стало, так несподівано він пішов в життя. Але ж я так розумію, що ви і досі згадуєте його настанови, його поради. Ви пригадуєте під час, напевно, своїх репетицій, а як би сказав, а що б сказав Юрій Ігорєвич? Да. В чому секрет його таланту, його акторської майстерності? Це любов. Це любов до театру. Це безусловна любов не за гроші, що немаловажно. Це любов до зрителю. Он горел, он человек, который горел своим делом на протяжении всей своей жизни. Он же с детства играл в театре, хотя профессия у него тоже техническая.
Любовь эту он передал. Передал, мне кажется, практически каждому из своих учеников, своих последователей. Наверное, в этом успех и есть. Я чула, що між собою ви назвали Юрія Ігоровича Дзбанич. А він знав про це? Да, конечно. Ну, конечно, в обращении мы говорили Юрий Игоревич. Ну, во-первых, возраст. Нельзя такое позволить. Но Дзбанич мы с не меньшим удовольствием и почтением говорили. Это просто в обиходе. Коли ти прийшла, от, скажімо, перше твоє знайомство було з Юрієм Ігоровичем, яке враження він на тебе справив? Він був серйозний або він був легкий в спілкуванні? Який він був? Знаєте, вимогливий? Він дуже требовательний, безумно. Можна було повертатися к одному і тому же диханню, не то що слову, якщо воно було не в тому місці. Но когда с ним общаешься, это легко. Он вселяет веру. Он говорит: я вижу тебя в этой роли. Даже если ты и приблизительно не понимаешь, не знаешь о чем. Если прочел и думаешь: да, ну нет, я такое не смогу никогда. Я вижу, я знаю, ну, ты твоєму, сможешь. В твоєму випадку були такі от, да, його пропозиції, що я бачу тебе там в певному образі? Да. Вот даже спектакль, который мы давали в прошлом году, которому, к сожалению, не суждено было показать зрителю, мы это, опять же, давали не в онлайн, но сугубо жюри. Я очень боялась эту роль. Мне казалось, я с ней не справлюсь никогда. Она такая серьезная, она такая требовательная, она... В чем серьезность? Ну, это трагедия. Сам образ... Да, героини, это образ героини, которая, ну, все герои в трагедии, это такой трагический детектив. И для меня сложно было обвинять каждого. Вот в этом образе я обвиняю, я уличаю, я всковыриваю нутро каждого актера. Ну, понятно, не актера, а образа, героя. Для меня это было сложно. Я говорила: нет, нет. И мне нужно было в тот же момент показать безумную любовь к главному герою. И я говорила: так не любят. Но так женщины себя не ведут. И когда у нас после спектакля было обсуждение, ну вот мы только вышли со сцены, и к нам присоединился Курман, и вкратце давал свою рецензию, он сказал: вот вам я верю, я поверил в вашу любовь. Ваши почуття, да? Да, я так, а мне через час меньше играть такую женщину, актрису. Перелаштуватися треба кардинально, да, ты маєш на увазі? Вот эти слова мне, конечно, были: Боже, слава Богу, я боялась, что мне не поверят. А дома, наприклад, ти коли вчиш роль, вивчаєш сценарій, як це відбувається у тебе? Чи ти більше це робиш уже безпосередньо там в колективі, перед дзеркалом, наприклад? Ні, непосредственно з колективом. Мені так проще, тому що ми ж, опять, ми команда, ми друг друга бачимо, ми чуємо, ми реагуємо на емоції кожного, коли дивишся в очі і розумієш. Іноді бувають такі моменти, коли треба відсміятися, іначе віддільно ти прочтеш – все добре, а дивишся на партнера, читаєш ті ж слова, і це так дико смішно. Нужно отсмеяться, чтобы не было таких эмоций на сцене. Дома я, ну, бегло читаю роль. Все. У меня нет времени. А что означает, який сенс вкладається в слова, що треба, чи навіть якщо треба, то навіть можна репетицію робити із стулом? Це як? Що мається на увазі? Ну, Юрій Ігоревич говорив, що настоящий актер може свою емоцію отыграть и перед стулом. То есть те же моменты, когда нужно было признаваться в любви огромному чучелу медведя, по сценарию в нем сидит мужчина, мой любимый мужчина. А этот мужчина, например, у нас нет суфлера, он сегодня суфлирует. И пока мой текст, я признаюсь в любви чучелу.
Якраз в цьому і полягає майстерність да. чи справжнього актора да. або актриси. Ще такий нюанс мене цікавить. Ми вже з'ясували, що ти інколи виїжджаєш до Києва, там знімаєшся на в сюжетах телевізійних, кіносюжетах. І я знаю, знову ж таки, ти мені так колись сказала, що не відкривала оцю таємницю Юрію Ігоревичу. Ну і, напевно, і колектив теж не знав. Як тобі вдавалося приховувати от таку грань свого таланту, зніматися ще в кіно і телесюжетах? Знаєте, когда-то в театр к нам прийшов дуже цікавий мужчина. Я думала, это просто друг Юрия Игоревича. Оказалось, это актер театра и кино, с которым мы просто общались. Александр Вознюк. Он был руководителем, он педагогом был в училище культуры, долгое время жил и работал в России. Очень такой талантливый поэт. И мы, ну, мы были просто на репетиции. Ну, как девчонки. А что? А где? А расскажите. И как-то поговорили, да и забыли. А потом мы с ним встретились буквально через пару дней. И он мне говорит: я на тебя посмотрел, ты такая талантливая. Для меня это был такой комплимент. Он говорит: ты знаешь, тебе нужно идти дальше. И он мне сказал актерский сайт «Акмадаси». Обязательно, говорит, там зарегистрируйся. Единственное, что он мне сказал, укажи Киев, потому что с иногородними не хотят работать. И буквально через какой-то маленький промежуток мне звонят и предлагают мне сняться в клипе ВВ. Я почему-то была уверена, что, наверное, это он как-то протежировал, что ли. Я там никого не знаю. Вообще у меня нет образование, у меня нет каких-то там ролей, тем более я никогда не снималась. И я поехала. Оказалось, меня выбрали... Все по-справжнему. Да, меня выбрали на вот этом актерском сайте. И после этого каждый раз он мне говорит: иди. Так, у нас на Интере кастинг. Едь, подавай, иди. Входи в базу актерскую. Каждый раз, сколько бы раз я его не видела, он мне так говорил. Но, зная, что Юрий Игоревич считает, что вот такие съемки, когда кто-то из актеров уезжает, а там платят деньги, например, неважно сколько, это для него было это предательство театра. Погналась я за копейкой. И мне так было стыдно, я так втихую, у меня съемки, я подсчитываю, когда у меня репетиция есть, когда нет, когда мне на работу, я вот это вот все тихо-тихо съездила, как правило, съемка 1-2 дня, приехала и дальше репетирую, и никому ничего не говорю, и никому ничего я не говорила, наверное, года полтора точно. Потом у нас Руслан Гаврилов узнал о съемках и как раз клипа. И он говорит: ну это надо показать, ну как, это люди должны знать. Я говорю: не надо. Своих героев, да, да, надо знать. Я говорю: не надо, мне неудобно. Он говорит: как? Давай, говорит, я скажу, что я у тебя, я по сути у тебя и подсмотрел, что я взял это у тебя на странице в Фейсбуке. А на странице в Фейсбуке, я все скрывала, оказалось, просто меня отметила девушка, с которой мы снимались на съемках, были на съемках в клипе. И вот так интернет, город Александрия, узнал, что я где-то что-то снимаю и играю. И таким чином слава пішла попереду тебе. Да, но меня спасал тот момент, что у Юрия Игоревича не было интернета, он нигде не зарегистрирован. То есть он узнал последний. Да, до речі, про соціальні мережі. Я теж на твоїй сторінці в Instagram прочитала твої такі відгуки позитивні, неймовірні про твоїх синочків. Ти розказала, які вони в тебе талановиті і дисципліновані. Це дуже класно, да, коли мама так хвалить своїх дітей. А мені цікаво, хтось із них проявляє цікавість до театру? Ну, діти, звісно, у кожної матері це гордість, це продовження, це любов, це діти, це синів'я. Мені здається, для мами
сыновья еще пока в таком возрасте вообще. Действительно, два крыла у меня. Старшему 16, да, а меньшему? 14. Никто из них вот таких рвений на сцену не испытывает. С учетом того, что оба ходили в музыкальную школу, старший на класс гитара, младший фортепиано, и у младшего очень красивый голос. Я помню, как он маленький, первый, второй класс, его на хоре выставляют солировать. Он говорит: мама, все детки сидят, а я стою возле пианино и пою, зачем оно мне надо? Мама пишалася цим, конечно, а дитина трошки, да, і сталь не бачила себе в такій ролі. Особенно, когда говорят преподаватели, а ты понимаешь, что они действительно талантливые, и это люди, которые слышат каждую нотку, и они тебе говорят, как хорошо, говорят, как... А чим же займаються хлопці, старший, менший, які у них вподобання, хобі? Ну, сейчас у нас подростковый период, у нас сложное такое формирование, все-таки это мальчики. Конечно, мы спортом занимаемся, но сейчас это не профессионально, это для себя. И младший у нас компьютеры, причем это не просто игры подростковые, он действительно разбирается в компьютерах. У старшего, у него там даже свои какие-то бизнесы. Да, он... Растет, ну, оба уже такие возмужавшие парни. Марина, я хочу еще у тебя поцікавитись с приводу твоих театральных планов. Поделитесь, будь ласка, можливо, есть какие-то секреты, родзинки в плане новых проектов у вашего коллектива? Да, мы уже начинаем работу над новым спектаклем. Пока не могу сказать, потому что это не моя тайна. Пусть это будет сюрприз. Но могу сказать, что это будет классно, это будет свежо. И я думаю, это зайдет зрителю просто отдушиной. По поводу актерских амбиций. Да, мне очень хочется получить образование именно в этой сфере. Но пока... Я себя немножечко сдержу, потому что у меня вот-вот два студента. Не буду создавать им конкуренции. В таком разе по черзі зараз хочу расставить акценты. Ты сказала, что у вас готовится новый спектакль. А зачіску ты поменяешь, чи все ж таки залишишь свои косы? Чи вписується? В любом случае прическа была, будет другая, но вполне возможно, что это будет что-то из афрокос. Это все может быть. И в таком случае уже под завісу нашего интервью, потому что час наш эфир не добегает конца. Більш конкретно скажи, чи є мрія у актрисы Марины Ворониной? Мечта есть состояться как актриса. И актриса кино, и актриса театра. Я пока не могу сказать, что я добилась больших успехов. Для меня очень важно, очень ценна победа моя и в этом году, и в прошлом, и до... Но хочется роста. Ну что ж, я тебе бажаю успехов, наснаги, и я щиро тебе... Так по-жіночому бажаю, щоб казка була в твоєму житті, щоб були чарівники в твоєму житті, які будуть допомагати тобі здійснювати твої мрії. Спасибо огромное. І нових тобі творчих успіхів і здобутків. Благодарю. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що з нами сьогодні спілкувалася переможниця в номінації «Краща виконавиця жіночої ролі» та вновита акторка театру і кіно Марина Вороніна. Дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.